зависть. Преподобный Максим Исповедник Печаль завидующего трудно остановить, ибо он почитает для себя несчастьем то, чему завидует в тебе. И не иначе можно успокоить его, разве скрывая то от него. Если же то для многих полезно, а ему печаль причиняет, то которого пренебречь в сторону? Надобно стать на стороне полезного для многих, но по возможности не пренебречь и о нем, и не давать себе увлекаться коварством страсти, подавая помощь не страсти, а страждущему от оны, но посмиренно-мудрю почитать его превосходящим тебя и давать ему предпочтение над собою во всякое время, во всяком месте и во всяком деле. А свою зависть остановить можешь, если станешь сорадоваться радости того, кому завидуешь, и вместе с ним печалиться о том, о чем он печалится, исполняя заповедь апостола ⁇ Радовайтесь с радующимися и плакайте с плачущими ⁇ Послание апостола Павла к Кремляна глава 12 стих 15.